Итак, мы приехали поздравить мою невесту с днем рождения. С нами цветочный дом сирени. Приятно, когда сирень предлагает свои такие красивые услуги. Посмотрите, какой цветок, какой букет. Супер. Нравится всем, супер. Дай Бог тебе, Назира, здоровья, счастья. И мы пойдем поздравлять. Цветочный дом сирень идет поздравлять. Поехали. Здравствуйте. Можно к вам? Ой, только мне не снимайте, пожалуйста. Цветочный дом сирень поздравляет вашу именинницу. Дорогие друзья, вот как видите, мы шли к дому нашей именинницы, и мы хотим поздравить нашу именинницу вместе с моей мамочкой. Если вы готовы, тогда мы начнем. С днем рождения! С днем рождения! Happy birthday to you, my dear! Дай Бог тебе здоровья, счастья, моя хорошая! Чтобы тебе внуков и внучат много было! Ассаламу алейкум! Для начала, позвольте нам поздравить вас с этим замечательным днем, спасибо. Вашим днем рождения. Пожелать спасибо. Вам всего самого наилучшего от имени моей мамы, от имени Джокта Сумана, от имени нашей семьи, от имени вашего внука Камалова Дюшота Тимуровича. Да. Хотим поздравить вам, пожелать вам всего самого наилучшего. Вы у нас единственная, вы у нас самая красивая, вы у нас самая замечательная. Поэтому примите вот такой красивый букетик от цветочного дома сирени и от семьи Камалов и Шадыровых. Ты не говори, что жизнь печальна. Ты не говори, что тяжко жить. Ты можешь сквозь жизненные развалины смеяться, верить и любить. И всегда оставаться такой красивой, нежной, милой и любящей бабушкой. Ой, спасибо, спасибо. Я тебя очень люблю. Моя родная, спасибо. Дай Бог тебе здоровья, всем твоим здоровьем. Внимание. Да. Это сюрприз. От имени... это еще плюс, еще хотим поздравить от имени моих братьев, от имени вашей прекрасной все? Дочки, да. Ваших келенок, неварашек, всех-всех. Они утром нам звонили, чтобы мы пошли поздравили. Да. Да. Поэтому мы вас очень сильно любим. Любим, да. Берегите себя, будьте такой же красивый, как и сейчас. Быстрее пандемия закончится, мы сядем за стол, шашлык поедем. Обязательно. Поедем. Спасибо, там машины ждут. Там у нас еще можно заказывать. До свидания. Маленькая Антю, давай этот, на пустую не видит. Нельзя так делать. Так делать нельзя. Ребенка нельзя. Я ее взяла, вынесла, потому что ее тоже возьми. Это наша прекрасная Мариам. Биби Мариам, она красавица. Мариам Хасановна, туда смотри. Мама Марияша, она Марияша. Анна, видишь, какая у тебя 4 радость, 10 раз да. Радость. Это да, моя радость. Да. Будьте здоровы. Спасибо тебе. 28-го мы будем это тебе приезжать. Обязательно приедем. 28-го. Девочка и стесняется, не хочет фотографировать, меня не фотографируйте. 23-й, да. Приходи. 23-й, спасибо тебе, отправите нам. Обязательно, я это отправлю. Может, установить. Слезем.